Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Месть Мутантов. Так, у нас остается с тобой три этапа, точнее 4. Шреддер почему-то еще закрыт пока для нас. Но давай возьмем с тобой канализацию. Так, мы смотрели Леонардо, Микеланджело. Теперь давай глянем на Донателло. Посмотрим, что он из себя представляет. Да я понял, что на Y. Черепашья сила, понял я. Не надо повторять мне это 1000 раз одно и то же. Оу. Нормально. Так, не забываем про прыжки. У нас прыжки есть. А, тут еще бомбочки. Твою налево. Так, ну-ка, давай-ка вот эту штуку возьмем. Такой крикун. Нормально, кстати. Блин, с бомбочками. Угу. Тьфу. Правильно. Ай-яй-яй. Да чтоб тебе. С алебардами иди отсюда. Так, их я понял, как бомбить. Лучше сзади, когда она пропрыгает. Я понял, черепашья сила у меня накопилась. То, что? Ну-ка. Ну, нормально. Что ты тут пришла ко мне? Так, пицца мне нужна. Мне пока не нужна, ребята, пицца. Ну, брать, наверное. Да уйди ты, алебарщик. Блин, придется брать пиццу. О, пицца, говорит, окей. Лови. Зря, конечно, я потратил ее. Вау. Взрывные ящики, обожаю. Ну где вы? Дум! Че там говоришь? Нормально. Ах ты! Давай. Он должен был получать, ребята, усиленный урон на самом-то деле. Так нечестно. Да в плане, блин, даже прыжок не спасает. Что, 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 что? Оу. Да не просто, блин. Как вшивого кота выкинул. Да я не могу даже подойти к нему, блин. Еще лазер у него там. Ну это нечестно, ребята. Он, блин, даже в прыжке, блин, меня поймал. Какая буякаша, блин. Манная каша, не буякаша. А! На, сопляжуй. Мы идем дальше. Угу. Блин. О, кожеголовый. Нормально. И обратно. Хе-хе-хе. Вот так вот.
Так, у меня сила, да, накопилась? По-моему, надо, ребята, тут применять силу черепашью. Да ну в плане, блин. Кусается еще, а? А, они не кусаются, ребята, они оглушают. Ну, некоторые оглушают, я так понимаю. Кричат там. Тут еще под поезд, блин, не попасть бы. Зашибись. Морозильная кошка, вручай. Черепашья сила накопилась. Блин. Ё-моё. Что там? Босс? Ну, пришлось так сделать. Иначе меня бы подбили, мне кажется, здесь бы. Дайте мне пиццу, а. Твою налево. И как я должен буду потом с одним хп драться с боссом? Опа, только не динамит. Блин, там ничего нету. Туда нельзя зайти. Пицца. Ну, пока, я думаю, не стоит ее тратить. Он кислотой, оказывается, еще бомбил. Блин, зачем? Я истратил, блин, когда железноголового можно было применить. А вот сейчас и применим. Железноголовый. Ну и... Еще не все, блин. Но... Это черепаший панц... Так, а кто здесь будет, босс? Да ладно! Бакстер Стокман! Да нет, ну это... Да ты запарил, ты дай мне хоть... Блевун несчастный. Пора применять. Так, сюрикены. А ему не нравится, ребят, когда... Мне тоже, кстати, не нравится, когда в меня попадают, блин. Кончилось. Дай ему крышка, ребят, все равно. Фью. Навозная муха. Просто, ребят, навозная муха. Так, нам открывается следующий уровень. А что значит комбо-бонус? Я тут в упор не видел никаких комбо-бонусов. А, они засчитываются мне. Так, друзья мои, нам открывается... Нет, еще не открывается. А, у нас еще два этапа. И еще два этапа. Так, это у нас другое измерение.
Я уже даже знаю, с кем мы, наверное, здесь будем драться. Скорее всего, с этими... Как их звать-то? Мини-кренгами, так скажем. Наверное, будут они здесь. Сейчас глянем. Ну давай, 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 прогружайся. Что ты там задумалась? Ну да, это у нас другое измерение. Так и думал, что... Фига вы. Да блин. Только начал играть, уже все на... Что они там бубнят? Бубнят, еще там вылазят. Ну так нечестно, когда ты бьешь, дерешься с кем-то. И тебя в этот момент могут атаковать. Это нечестно. Кто следующий? Кто следующий? Вот именно. Из-под тишка. Ну просто, ребята, из-под тишка бьешь, и они тебя атакуют, а? Так, у меня суперудар накопился. Ну-ка глянем, что у него за суперудар. Ё-моё. Вот это я называю черепашья сила. Просто психанул. По земле звезданул. И отсюда. Так они целенаправленно в меня летят. Что я могу здесь сделать? То есть хоть какой-нибудь шанс на... Видишь? Да, вот это хорошо. Блин, здоровья маловато. А это брать можно или нельзя? О, это... Это, оказывается, кристалл взрывающийся. Почему здесь нету, ребята, какого-то уклонения, рывка? Ну, по идее, должно же быть. Если логически подумать. Придется использовать. Ну тут, конечно, супер атака у него. Супер дистракшн. Алло. Уж головой. Успел. У меня здоровье, ты видел, сколько там осталось? А кто здесь может быть? Здесь босс, скорее всего, ребята, Крэнк. Ну вот как ты тут будешь с ними драться, если они, блин, целенаправленно в тебя летят, блин? Я моргаю уже, у меня все, ребят. Ушатали, не босс, ребят, ушатал. Какие-то хмыри болотные, вот эти вот. Морозилка, морозильная. Ну нету возможности, ребята, как-то уклониться, я не знаю. Да ну что этих пинает мелкий? О, тихо, Крэнк. Ой, Крэнк. Пицца, блин, Крэнк. И не перепрыгну через эти снаряды. Чё, брать, что ли, придется? Ну, походу, да. Что они там говорят-то? Что они там бубнят еще, блин? А? Все, беру пиццу. Я думаю, что это такая же будет. Надо было на босса, наверное, оставить все-таки суперзаряд. А он сейчас уже будет, скорее всего. Даже не воспользовался, блин.
здесь говнюков раскидаю. Босс? Ну, я же говорил, друзья мои. А я без суперзаряда. Ого! Да ну в плане, блин, ну... Я даже не успел, блин, подпрыгнуть. Точнее, я подпрыгнул, почему-то... Да хорош там бубнить мне. Пинается, гад. Я теперь тоже, ребят, супер удар сделаю. Выкусил свое. Ну я же сделал прыжок, блин. О, но, о, да, блин. Молнии из глаз, блин. Ну, конечно же, он убежит. Конечно же, друзья мои, конечно, он сбежит. Хмыри болотные. Заткнись. Ну вот, хочешь перепрыгнуть, не получается. Давай, кожеголовый, помогай. Ой, кожеголовый, железноголовый. Молодец, выручил. Так, у меня черепашья сила накопилась. Чего? А, следующий босс, что ли, будет этот? Я видел, ребят, но я не думал, что... следующий босс будет этим. Ну, ты понял, дом этот, как он называется? Не дом, а... Технодом. Технодом, технобур, блин. Какой потатус, какая картошка, о чем ты? Да куда ты бросил-то? Улетела? Говнюки надоедливые. Пиццу придется взять. Да нафиг ты этих мелких-то поднимаешь. Найс, найс, найс. Всем по зубальникам надаю. Иди отсюда. Кто же будет боссом-то? Бежит, бежит, бежит. Но. Да схвати ты, сурендер, сурендер, блин. Нифига, ребят, прыжок не помогает. Кто? Воу! Супрайм. Начнем вот так вот, пожалуй, друзья. А чё так слабо-то? А я почему-то так и думал, ребят, что... Да. Ну вставай давай.
Да ну! Да уйди ты, блин! Я делаю прыжок в другую сторону, прыгает на него, блин! Да иди! Да еб, парасоте! Есть! Варю, что ты, говорит, делаешь? Что я делаю? Наказываю тебе. Что я делаю? Так, прекрасно, ребятушки. Прекрасно. Так, и у нас остается следующий, да? Еще два этапа, получается. Два этапа. Глянем, возьмем Лео. Это что, это киностудия или что? Пока непонятно. По-моему, это телестудия. Как раз этот шестой канал, по-моему. Если... Так, где отсюда? Мелкий вшивик ползает здесь. В любой, ребята, игре такого жанра всегда должен быть лифт. Но это прям как, я не знаю, как аксиома какая-то. Прекрасно. Буякаша. Мат тебе и буякаша. А как же они, ребята, здесь... О! Как же они здесь забыли про эти? Это, наверное, все-таки уже будет у Шреддера. Пушки, которые вылазят из земли и бомбят. Уйди! Пришел он там с бочкой, гаденыш. Ну вот как вот, Армин? Ну, ты бьешь противника сзади, тебе чмошник просто в спину наяривает. Давай, суперудар. Не знаю, у меня такое ощущение, что как-то за Леонардо попроще немножко играть. Возможно, это просто такое, ребята... Пицца тайм. Он единственный не получает урон... А, вот они, пушки-то как раз. Вспомни, как говорится. Вспомни, говно, вот и оно. Супер удар. Вот она, легендарная вертушка наша, да? О! Босс, да? О, друзья мои. Саблезуб. Понял, это бесполезно. Блин, отпрыгивать это какой-то бред. Все равно он достает. Пипец. Это же первый босс, да? А никак не избежать. Я прыжок нажимал, блин. Ну и как вот ты скажешь?
У всех вопрос, а что ты делаешь? На тебя, блин, смотрю, что я делаю? Тупой вопрос какой-то. Пора заряжать нафиг. Угу. Есть. Готов. Погнали дальше. Блин, пиццу дадут мне? Ну вот, что вы делаете, гады? После босса, ну всегда, ребята, по априори должна быть пицца. Да, 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 Крэнк, ё-моё. Пипец просто какой-то, а. Ну куда ты лезешь-то? Ну, ну Лео, блин. Вот тебе и буякаша. Ну я так понимаю, пиццу мне не видать, да, сегодня? Хотя бы так. Нафиг. От безвыходности уже просто сделал. Давай, железноголовый. Совсем мало хп. Я уже думал, не будет бомбить. Ну, пицца нужна, блин, ну. И бочкой меня, блин, и этим меня. Все, чем не лень, только, блин. Спасибо. Хоть что-то, блин, дали. Ой, мало как энергии. Чего там зажал, гад? Иди сюда. В плане уже босс. О, тигриный коготь. И я без ульты. Прям. Он нас называет зелеными ребятками. Да я почему я так и думал, что будет Шелшок. Чего ты там бубнишь? А, говорит, маленькие черепашки. В плане. Подойди ко мне еще. В плане сейчас не сработал. До этого срабатывало, значит. Ну я же, блин. Ну понятно, я, короче, слишком запоздал, да, с прыжком. Ну прыгай не вовремя. Хорош с ним тут возюкаться, блин, достал уже в корень. А добивающий есть. Вот так вот. Коготок. Получил свое. Так, что он там говорит? Побежит валить Крэнг-мастера?
Крэнга Мастера. Ну что, нам должна открыться последняя, ребята, локация. О, да. Я все-таки за Лео хочу. Ну что же, Шреддер, значит, да? Обычный Шреддер или какой-нибудь супер Шреддер будет? Вот что мне интересно. Ну, перед Шреддером будет, как всегда, Крэнк, наверное. Хотя не знаю, почему Крэнка всегда ставят перед Шреддером, хотя... Так. Вот тебе и найс. Ну и кто? Давай, морозилочка. Так, у меня ульта накопилась, но я пока не буду, наверное, ее тратить, ребят. Хотя, пицца. Буду я тратить, потому что вон там стоит, лежит немножечко накопительной черепашьей силы. Иди ты, блин, не, ну я... Слушай, наверное, надо пиццу брать, иначе я так не доживу. Все, да? Пускай идут, смотрят. Но, к сожалению, не все добежали посмотреть. Зачем так сделал? Вот это с пушкой, да-да-да, с электрической. Самый паршивый. Так, уже голову он там, я вижу. Давай, наверное, лучше его возьмем. Надо было подождать, наверное, пока побольше их тут насобирается. Так, чё тут на троих, на четверых тратить? Пускай смотрят, пускай погреются бомжи. Погреются бомжи. Кто? Карай. Ага. Так, она бросается сюрикенами. Ну как, в принципе, и в игре Черепашки-ниндзя-легенды. This is fine, типа, не очень неплохо, да? Сайонара. Сайонара, что знакомое мне выражение такое. Неплохо. Ой-ой-ой. Наказала. То есть вообще никак не сбежать, блин. Вот эти вот, ребята, короче, атаки, которые, ну, просто, как сказать, неизбегаемые. Она разбегается, никуда не деться. Хоть ты в прыжке, хоть ты на волоске, она все равно тебя задевает. Зараза. Ну, раз, друзья мои, была Карайка, значит, и будет ее папаша. А папаша, как мы знаем, у нее Шреддер. Ну, якобы. Так, давай суперудар. Так,
силочку, пиццочку. Черепашья сила! Перемололи всех. Представляешь? Представляешь такую фигню себе? Чё, блин, контролер отключился. Вовремя, блин. Фига ты, хлыщ. Что? А-а-а, друзья мои. Вставай давай. Типа ниндзя клан Фута. Пиццу пока не будем, ребят, применять. Сегодня мы положим конец всему. Ага. Да ты... Невозможно. Ну и нафига это сделал, если он в инвиз ушел. А, не, вон он. Вот прыжок не помогает. Короче, два раза. Да, и на волне подловил. Слушай, мы так можем не дожить. Пиццу дали, пиццу. Они пиццу-то дали, но не вовремя. Слишком долго... А, нет. Блин. Передерживаю. Пора суперудар делать. Пора делать суперудар. Я нажимал, ребят, на прыжок. Не надо мне свистеть. Да сдохнешь ты! Конце-то концов, а? Так. Почему я, ребята, не удивлен? Фига ты. Что? Да ты заколебал, ты, блин. Вообще ничего не могу сделать, блин. Ни прыжок, ни хрижок, блин. Ничего, ребята. Зашибись. У него торнадо, блин. Не хуже моего, блин, торнадо, блин. Ну и чё, я только половину хп у него отнял. Опять торнадо. Hey.
Да ты... А как вот от этого избежать-то? Пипец какой-то. А, ну, я-то думал, что нельзя этого удара избежать. Оказывается, просто... Просто, блин. Так говно еще сзади лезет, блин. Есть! Засранец, а? Прям напрёк. Шреддер, ты проиграл. А, и тут, оказывается, была у него. На! Получил? Да! Типа, Шреддера победили. Спасибо, ребята, что спасли меня. А, не за что, Эйприл. Ну что, пора возвращаться? Да, время пиццы. Майк, ты серьезно думаешь сейчас о пицце? Без пиццы, типа, я никуда. Ну что, я так понимаю, ребята, прошли игру. Ну, она такая коротенькая, но в то же время мне понравилось тем, что, ребята, она... очень хорошо пересекается именно с черепашками ниндзя легенды, которую мы играем. И мне было приятно в нее поиграть. Ну что ж, друзья мои, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.